Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигретки. Сегодня с вами я, снова я, Тигр Надя. Сегодня у нас покупки из Тринити и немножко из Уютеры. Я сначала покажу вот это вот, а то оно тут такое громоздкое, что некуда положить. На тему писем упаковочная бумага, как вы можете заметить. Здесь у нас и ракушки, и бутылки с посланиями, и фотографии, и письма, и марки. И даже где-то, мне кажется, карта была, хотя нет. Тут в основном ракушки. Тема моря и писем. Вот, как вы можете заметить. Очень красивая бумага. Цену где-нибудь я внизу оставлю. Здесь у нас вот написано 70 на 100. Мелованная. 65-70 грамм. Так, из Уютеры было всего две покупки. Такие вот. Это у нас здесь 4 3D бабочки. Здесь вот из проволоки усики у них сделаны. Очень симпатичные такие, на вспененном скотче. И еще у нас тут такие сердечки, как раз уже на февраль я решила взять. Очень красивые, из разного материала. И стразы здесь у нас, тоже на вспененном скотче. Ну и следующее, это просто отрыв души, потому что моя мама решила сделать мне подарок. Она увидела и купила все, что просто, я не знаю, она хотела, все, что ей понравилось. Я не знаю, как это разделять. Просто буду показывать. Она набрала самых разных видов страз в Тринити. Сейчас вот два вида вот таких вот страз. Черные, и здесь такая красивая. Кристальная, даже не знаю, как назвать. Ну, стразь она. Здесь такая же розовая с серебряной. Очень красивые они. Здесь у нас два вида вот таких вот сердечки и не знаю, как стрекозы. Вспомнила, да, серебро и серебро с голубым оттенком. И вот следующие вот такие вот мне очень нравятся, потому что тут они разные. Такие вот сиреневые, безумно красивые, и сиреневые, голубые, розовые, тоже очень красивые. Вот, так что сегодня у нас только одни стразы. Далее у нас идут два вида жемчуга, жемчужинки такие вот, вот сиреневые и бежевые. Тоже здесь очень много, мне кажется, здесь, я даже не знаю сколько, но тут у нас не указано, сколько штук. Производство Беларусь. И вот такие вот, которые я очень-очень давно хотела. Безумно красивые. Здесь вот такие вот разноцветные у нас блестки. Не знаю, как еще это назвать. Камушки с перламутром, скажем так вот. Да, и есть вот такие вот, чисто просто голографические, которые подойдут абсолютно ко всем работам. На видео так не видно, как в жизни. Они переливаются всеми цветами радуги. Вот, даже не могу никакого угла наклона найти, чтобы показать вам. Ну, вот так, наверное. Видно, что из одного оттенка в другой они переливаются. Очень красивые. Такие вот дела. Так что вот такие вот покупки на сегодня. Я обязательно все цены оставлю внизу. Посмотрите, и может быть вам что-то будет полезно. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.